Друзья, всем привет! Сегодня мы вам покажем, как правильно делать модельную стрижку. Как всем известно, самое лучшее время для модельной стрижки – это без 15:05 утра. В это время, как всем известно, получаются самые лучшие модельные стрижки. Об этом знает любой профессиональный парикмахер. Для модельной стрижки нам нужны ножницы, расческа и подопытный. Приступаем. Ромашка. Что там у нас в Лиге Чемпионов? Ну, в финал вышли Манчестер Сити и Интер. Интер, конечно. Интер — это же моя любимая команда. Не выдумывай. Нет, я говорю правду. Так, что-то расческа. В данном случае расческа нам не нужна. Будем стричь так. Как профессионалы. Я, кстати, Интер не люблю, но буду болеть, скорее всего, за Интер. Потому что не хватает болеть за этих... Шейхов? Ну да, я против шейхов. Самое главное, надо начинать стричь со лба. Со лба надо убрать все глупости. Все ненужные волосы, лишние, ненужные. И те, которые никогда не пригодятся. Хорошо, что хоть не с лобка. Нет, с лобка пока не будем. Это следующий уровень? Как это? Может, остановимся, пока не поздно? Что мы с баскетболом? В баскетболе мы болеем только за Чикаго Булз. Думаю, так а там уже этот финал или нет? В NBA? Да, Денвер Наггетс против Майами Хитс. Так, лоб мы сделали, лоб уже красивый, виски начинаем. Виски — это самое второе главное после лба. Лоб всегда бросается в глаза, а потом идут виски. Потом виски бросаются в глаза? Ну да. Виски надо состричь. Будем надеяться, что не соски. Ну, соски можно тоже потом состричь. Ну, не советую. Это точнее, я даже это не умею. За дополнительную плату? Нет, я это не умею. Ну, а за дополнительную плату? Нет. Посмотреть могу на женские соски, но не стричь их. А если их зажать в тиски? Это каскадеру Сереги. Он вам расскажет, что с ними делать. А когда же пойдет это... модельная часть. Модельная пойдет позже. Виски же надо покороче, подлиннее. Бокс, полубокс. Ну не знаю, вам длиннее, больше профессионал. Велобокс. Или айбокс. Ну, хочу прическу в стиле айбокс. О, да. Гениальный выбор. Хит лето 23. Так а на кого ты похож? На Джастина Бибера, который? Не знаю, что такое Джастин Бибер, но на Джарвиса точно. Главное, чтобы ножницы были острые. И чтобы было желание стричь, стричь и стричь. Мне кажется, чтобы было желание стричься. Желание стричься никто не спрашивает. Не забрасывай волосы. Враж вошел, на все стороны. Можешь? Все сходится. Вот этот последний волос мы удаляем. Последний. Вот такая вот, друзья, получилась прическа в стиле Джарвис.